Только одно сбивает меня с толку. Что с Квентином? Я не знаю, мне всегда нравился этот Квентин Ванс. Ванс? Тебя зовут Ланс Ванс? Эй, я достаточно наслушался всего этого еще в школе. Ланс Ванс — чистокровный ублюдок. Куда мы, черт возьми, направляемся? Остров креветок. Ты когда-то застрелил одного из этих в суматохе? Нет, впрочем, я немного потренируюсь в этом деле. Остров креветок. Мы сделаем пару проездов. Так что внимайте столько пушек, сколько сможете. Потом я с вами разберусь. Вынимайте столько пушек, сколько сможете. Vacuum cleaner. Томми, это я, полковник Кортес. Я думаю, что ты деловой человек и сможешь мне помочь. Я буду у себя на яхте. What's happening?
Поздравляю, мистер Тилл, мой клиент доволен. У меня есть еще для вас работа с практическим доходом. Следующее задание под телефоном. Боже! Помогите! О, Боже! Помогите кто-нибудь! О, Боже!
Отец был доволен и хочет встретиться еще раз. Это хороший знак. Конечно, хотя я начинаю думать, что Диас ответственен за нашу утрату. Почему вы так думаете? Никто открыто не обвиняет такого человека, как Диас. Я просто думаю вслух. Неважно, у меня есть предложение, выгодное для вас. У меня нет времени для ваших заданий, Картес. Я думал, что человек с такими опасными долгами будет рад возможности. Пожалуйста, Томми, по крайней мере, выслушай меня. Продолжайте. У меня есть покупатель для военного оборудования, которое привезли в город. Возьмите его для меня. А когда получите его, я хочу, чтобы вы немедленно... Конвой, стой! Гражданский, уходи с танка! Я сказал, уходи немедленно! Что там с Гаммером? Не знаю, сэр! Мы под вражеским огнем! Гражданский танк, остановите его! Оборонительная позиция! Протокол безопасности Дельта Индия, ярко запущен! Запущено за уничтожение транспортного средства! Big trouble!
предложили не надо, но да.